У него руки здоровые, толстые, и тяжело пройти руками. Поэтому вот рука, когда идет, локоть ставится вот сюда вот, против локтя его. И тут болевой прием уже, да? Чувствуешь? Ощущаешь? Да, да, немножечко. То есть, понимаете, отсюда бывает, ну, условно говоря, тяжело попасть, когда локоть против локтя. Здесь идет давление, такое вот. Вот, и у него от боли просто рука немножко ослабляется. И вы можете взять хороший захват. Это нюанс. Давайте пойдем дальше. Отсюда. Значит, болевой прием. Конечно, вы сначала концентрируетесь, делаете прием болевой. Да? Если на самом деле не получается, видно, что он тоже очень грамотный. Но, условно говоря, вот эта самая основная техника, которая, да, отделка, которая эффективная. Как от нее защищаться? Это очень легко. Давай, сядь, у меня на болевой. Давид погибнет. Вот старайся сделать это ключами. То есть, понимаете, в принципе, тут тоже мы переходим сразу к следующему, защита. Правильно, защита, это не пассивная такая защита двумя руками здесь. Она должна быть активная. Рука, это, естественно, должна держать захват. И когда он проходит, эта рука должна быть свободной для того, чтобы сбивать его атаку. Это нужно. И для того, чтобы в определенный момент, когда он начинает тянуть, схватить руку, накатить. И потом уже здесь начинает атаковать. Значит, в принципе, сейчас попробуем защиту. Он отсюда идет сюда, раз, выбираете. Потом подаете, натягиваете к себе, поближе к нему, и делаете через мост закат. И отсюда уже...